Сегодня в столице в представительстве Орловской области при правительстве Российской Федерации Вадим Потомский обсудил перспективы сотрудничества с руководителем голландской компании Виалле Питером Рутеном. На сегодняшний день фирма является мировым лидером в области производства альтернативных топливных систем. Ее оборудованием пользуются все автомобильные производители в мире. Вадим Потомский и Питер Рутен договорились о том, что в скором будущем российским центром этой голландской компании станет Орловская область. Речь идет об инвестициях в строительство нового производства. Конкретные сроки и суммы капиталовложений пока не разглашаются. То, что мы планируем построить, и то, что будет производиться в Орловской области – под российским брендом, именно это будет производство российское, с их технологиями, с нашими возможностями, но это будет российский продукт, соответственно, то, что будем производить, это будет распространяться на территории всей Российской Федерации. Господин Потомский очень деловой человек. Видно, что это хороший руководитель. Можно сказать, талантливый. Он не избегает совместной работы. С ним очень приятно будет работать. Вадим Потомский подчеркнул, голландская компания сегодня далеко не единственная из тех, кто рассматривает возможность сотрудничества с нашим регионом. Среди веских причин потенциальные инвесторы называют потепление орловского инвестиционного климата. Те налоговые послабления, те новшества, которые мы предложили депутатскому корпусу Орловской области, и они, спасибо им за это, нас поддержали и привели к тому, что на нас смотрят теперь инвесторы не только российские, но и западные инвесторы. То есть мы внедряем абсолютно новую систему взаимодействия.